Черный исход, так. Может, я пока с Анной Брей поговорю, пока ты там наш телепортируешь. А, ты все уже настепнул? Капитана там надо найти, жив он или нет. Там, по идее, сначала весь экипаж нужно найти, но я не знаю, искал ты этот экипаж или нет. Че, посмотрим. Если нет, то там еще целый экипаж надо будет найти, а чтобы найти целый экипаж, это там постараться надо. Серьезно? Очень сложное задание. Там тоже не показывают, куда нужно именно идти. Только когда ты в упор подходишь, там уже только подсвечивается точка, куда надо идти. Короче, тоже интересно, задание, где нужен побег. Сейчас приду. Пока летим все равно. Так, черный исход. Вот как раз черный исход Аркадианской долины. Нет, не тревога. То. Вот. Обнаружена аномальная активность вексов в близлежащем секторе. Так, это надо. Я так предполагаю, это надо обойти эту ракету. Или прям в ней внутри, что ли? Ага, о. Бедная Нейра. Черный исход потерпел крушение так давно. Алло. Я удивлюсь, да, если да. Что-то найдем. Искать капитана. У меня игра закрылась. Ага. Опять сейчас по новой буду ее открывать. Сканирование узла вексов XY-899. Скрытный доступ невозможен. Здравствуйте, капитан. Так, сканировать, узнать. Чё у тебя там написано? Там, по идее, сначала экипаж нужно найти. Искать экипаж черного исхода. О, да. Здесь надо обследовать. Ищите на месте крушения информацию о том, что стало с экипажем. Нейроматрицы. Да. Ну, тут где-то на корабле надо искать что-то. Нет, тут разбившийся корабль, там обломки по всему этому. По всей локации там. Блин, и подсказок нет, где это находится-то. Сейчас будем искать, значит. Захожу я, короче. Постой-ка, странно. Ага. Я поймал какой-то сигнал. Там один этот, один очень близко лежит с этой нейроматрицей. Там как нашел. Выходишь из ее там. Здесь. Из ее. Ну вот, да. Здесь записано голосовое сообщение. В компьютере этого скафандра. Помогите, мы терпим бедствие. На помощь! Повторяю, на черный исход проникли инопланетяне. На борту 600 душ. Все системы вышли из строя. Мы падаем! Спасите нас! Он тебе дал там какие-нибудь воспоминания, да? О корабле этом. Что на нем 600 душ? Они падают, напали инопланетяне. Угу. Так, первый найден. Идем дальше искать второго. А где искать? По всей локации прям бегать, да? Угу. Офигеть. Это где-то здесь. Ага, вот, еще одного нашел. О, нашел. День девятый. Второго. Не осталось практически ничего. Воды, кислорода. День. Я отключу защитную программу и корабля нейроматрицы. Нам
пригодится любая помощь. Я так предполагаю, это же где-то рядом должно быть, да? Не слишком далеко. Это именно в, ну, крушение Черного Исхода. То есть, понятное дело, там не по всей планете нужно искать, а, короче, где-то где крушение, где эти обломки корабля. Там есть вот эти вот, там сложные, короче, есть эти. Консоль навигации, список. О, ты, кстати, этот флаг поменял, да, у себя? Какой? В боевую группу. Ну, у тебя в этом в профиле, когда на тебя нажимаю, у тебя другой стоит. Ага. О, еще одного нашел. Так, он наверху. Надо наверх как-то забраться. Там паркур, по-моему, нужен. Да-да-да. Вот этот тип самый сложный у меня был, по-моему. Я предполагаю. Понял, как примерно надо. Залазит. О. Так, а, они тут двое сразу. Мы потеряли лейтенанта. Остались только пилот, капитан и я. Капитан думает, что ретранслятор исхода уцелел. Кажется, он сошел с ума. Но я около твоего Черного Исхода появился, все понял. 3 из 4. Три из четырех, еще последний где-то. Эх ты, я спрыгнул нормально, у меня здоровье так попортилось. Поймал новый сигнал. О, нашел. Ага. Бегу. Давай. Сундучок вижу как раз заодно, что прихвачу. Посмотрим, что там. Я могу изучить его. Изучай. Или хочешь, подойдешь, покажешь. Да. Ты на карте прям, ну ты прям на карте могу показывать, то есть около каждого этого встать и прям на карте могу показывать. Ну да, кстати. Ну ладно, сейчас. Так. Последний. Капитан, пожалуйста, не ходите, роботы вас убьют. Так, последний вот здесь. Пошли сейчас на этих звезд. Это его голос. Сейчас. Не будем рано радоваться. О, сначала найти ретранслятор теперь. Ретранслятор. Его тоже надо искать, да? О, я крою. Ну, он там подсвечивается. Ага, у меня же долгая вызов. Ох, тут у тебя новый мотик, да? Да. Только он долго вызывается, там надо долго кнопку Е нажимать. Это так непривычно. У меня просто стоял с этим. С бонусом, который можно быстро типа получать. Один раз, ну, типа, быстро нажал, и он уже у тебя появляется. А, вот он, да, ретранслятор, да-да-да. Иди активируй. А
А вон там, смотри, смотри, что лежит, вон там. Смотри, куда стреляю, видишь? Да. Возьми ее. Это бонусы. Вот и ретранслятор. Здесь микрокомпьютер. Он пытается отправить сообщение. Только 13% этого передатчика находится в рабочем состоянии. Так, теперь его защищать надо. Я постараюсь починить его на расстоянии. Ждите. Ждите. Надо защищать ретранслятор. Рядом с ним надо стоять. Ну, я как бы здесь обзор у меня хороший, я вижу все, что происходит. Не-не, именно рядом с ним надо стоять. Сейчас. Ну, я стою уже, у меня уже идет защита. А, типа она не будет идти, что ли, типа, да? Да. А, ну ты стоишь впереди. Да. Процентов. Отлично. Слышится сигнал вексов. Согласно моей базе данных, этот звук приветствия вексов, а также их боевой клич. Возможно, вексы помнят, что случилось с капитаном и куда он направился несколько столетий назад. Новая цель. Уничтожить вексов, чтобы собрать воспоминания. Ага, понял. Из них выпадать будут. Какая-то лежит. А, оружие какое-то говнистое. Так, где еще? А, вон туда приземлились они. Еще. Где последний тейдж? А вон он. Вон он, да. Не он был? Это походу не он был. Не знаю, я его убиваю сейчас. А ты, ага, я другого, значит, валю. А ты где у нас? 19 метров, понял. А, это сундук какой-то появился. Ах, ты сундук. Так, а ты где? Ты там далеко. А, вижу.
гипопотама. Все. Агрегирую данные о наших убийствах. С ума сойти. Кажется, вексы думают, что капитан идет к нам навстречу. Прямо сейчас. Рандеву с капитаном. Смотри, там наверху. Забудь. Это всего лишь какая-то странная гарпия. Нет. Пожалуйста, следуйте за странной гарпией. Вы же сказали, что капитан идет к вам. Да, но это не он. Может, он послал за нами проводника, но я никогда не слышал, чтобы люди дружили с вексами. Капитан Якобсен был добр абсолютно ко всем роботам. Где Кэп? О, все, мы, миссия выполнена. Сейчас еще, по идее, должна быть одна. А, или да, нет? Да, 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 доступно новое. У тебя еще что-то? Сейчас. Да, у тебя там еще одна. Активирую его, там я, по идее, тоже знаю, куда надо. Только тебе включить, наверное, надо, чтобы сейчас у меня посмотрим. Еще было его видно. Доступно новое поручение, как мне его. А, вот, да, черный исход. Следуйте за странной гарпией, чтобы выяснить, что известно вексам. За странной гарпией следовать. Блин, у меня не подсвечивается твое задание сейчас. Вот. Ну, все правильно, правильно. На правильном пути. Нет, по-моему, не на правильном. Ну куда-то сюда тебе точно надо, да, я помню то, что куда-то сюда, но я не помню как точно, потому что у меня нет этого задания. Еще нет, Нейра. Извини. А, все, мой капитан теперь подсвечивается. Я нисколько не разочарована. Я всего-то ждала этого несколько столетий. Снова это гарпия. Она не агрессивна. Может, она приведет нас к капитану. Если нет, хотя бы выйдет забавная история для Ашера. Сейчас будет паркур. Да? Это мы на этих звездолюдах навряд ли долетим. Угу. Или ой, долетишь? Я это зря сделал, блин. Лучше спрыгивать с него. Я спрыгнул. Капитан Якобсен? Нейра, это не твой капитан. Капитан. Да. Иди. Испытай. Испытаем. Сейчас на снизу где-то там появится, да. Я знал, что это ловушка. Защищаться от вексов. А у меня задание наковал, блин.
происходит? Где капитан Якобсон? Капитан Якобсон. Да, да. Иди. Раздели разум. Установка связи. Все сделал. Сейчас. О, ты пришел и быстрее начал идти. Говори потом, что мы тебе ничем не помогли. Конечно, не скажу, милый призрак. Обратно по камушкам, что ли, сейчас возвращаться? Нет? У нас еще вот модули связи эти. Пойду возьму себе патроны. В базу позарядить нечего. Сейчас капитана найдем. Ага. Ёп, я улетел. Блин, я разбился. Оооо, чё мне выпало? Я сет себе полностью собрал. А где выпало тебе? Ты где подобрал? Да вот, вот сейчас капитан здесь. Якобсон, вы блин, меня ну слышите? Ты чё, как это подождал бы меня-то? Так лезь сюда. Ты же уже проходил. Так лезь сюда. Я пока залез, то там он уже всё. Я опять улетел. Вы? Я сканировала территорию каждый день после того, как вы пропали. Простите, что не нашла вас. Я... Тройной прыжок себе поставить. Угу. Я, короче, не прыгаю на последнюю, я тебя жду. Сейчас а, ты я уже опять... там? Да. Ну и все. Дальше. Оп, сюда. Оп. Ой! Блин, ты меня толкнул, я улетел вниз.
Нифига ты парить как можешь. Ну да, ты так не можешь, что ли? Нет. Странно. Ну типа там в воздухе замедляется прям. Ты, короче, сам а я не могу. Блин, я а ты зажимаешь, ты зажимаешь пробел, когда летишь, что ли? Или нет, еще? Он как бы сам замедляется, это. Если два или три раза нажать. Нет, у меня если 2 или 3 раза нажать, то он все типа потом вниз просто, ну, да? От силы притяжения полетит, да. Ну не знаю, блин. Ну это у всех разные, тут вот у твоего класса. А, ну да. Такая фишка. Круто. У меня базука есть. А, ну я еще и промахнулся. А, ну я еще раз промахнулся. Круто. Видал, что могу? Что-то я вообще не понял, что произошло. У меня посох топовый был. А-а-а. Пошли. Все, сейчас нас эта штука приведет. То есть, значит, капитан жив? Нет. Нет. Ага, вот он. Последние записи капитана Якобсена с Черного Исхода. Мы надеялись дотянуться до звезд, заселить территории за пределами нашей системы. Ничего не вышло. Я не смог спасти колонистов, не смог спасти свой экипаж. Даже себя спасти не сумел. Машины окружают меня. Думаю, они хотят меня изучить. Если эту запись кто-то найдет... Знаете, я бы взялся за это снова. Капитан Якобсен. Черный исход, все. А, опять еще одно новое поручение. Тебе сдать надо задание ей. Скоро увидимся. Кому? Сейчас посмотрим. Нейроматрица. Теперь, когда вам известна судьба капитана, поговорите с нейроматрицей на Черном исходе. А. Ну все, телепортируемся тогда сейчас. А я, короче, сейчас выйду из боевой группы, сдам, короче, Анне Брейн задание и обратно к тебе вернусь как раз таки. Ты сдашь свое, и я хочу сдать свое. Давай. Как выйти-то? Отправить личное сообщение, зачем? Соль навигация. А, у меня в сезонах, кстати, новая награда, походу, да. Как выйти-то, ё-моё? Зачем? Ну я хочу сдать свое задание. Я не могу выйти. Умер. Че ты не можешь? А, сейчас, подожди, сейчас. Я заражусь. На свою планету не могу. Понял, сейчас. Я почему-то не могу, я не знаю, ну я вроде на тебя. Вот наша боевая группа, но я типа нажимаю, но что-то ничего не могу. Все. Все, что-то. А, изгнание из боевой группы. От ней надо. Консольный.
капитан. Я не умею испытывать настоящее горе, но я включила правдоподобную симуляцию. Ну, когда теряешь кого-то? Твой разум начинает проецировать гипотетические реальности, в которых они все еще живы. Спасибо за помощь, капитан. Эта экспедиция дала мне много пищи для размышлений. С нетерпением жду новых приключений. Все отлично. Миссия пройдена. Все, она тебе там бонусы нам всякие дала. Угу. Мне сейчас надо будет тоже свой шлем надеть. А я сейчас могу его даже надеть.